нашли тут игрушку. Реконструкция окопов и землянки, бункера. Немножко она, конечно, завалилась. Вот он, музей Калининского фронта. Видимо, к нему как раз приурочено. А что там внутри? Вот можно через окошко посмотреть. Там здание. Ну, понятно. Я хочу позырить. Там заколочено, что ли? А, нет, вот не заколочено. Здрасте! Здрасте. Что там? Кровать-то есть? Нет, тут не знаю. Тут надпись «Илюха». А, кстати, надпись «Илюха». Понятно. Там даже дырки на крыше. Ну, правильно, сейчас давай. Ух ты, как. Смотрите, как идет офигенно. Вон, особенно когда на солнце. Сегодня шикарная сегодня погода, специальный день выбрали такой. Не знаю, мы вышли из леса и нашли деревню, которая стоит из двух деревянных домов, водонапорной башни, заброшенных автомобилей, всяких каких-то заброшенных сельскохозяйственных сооружений и двухэтажного дома. Я здесь первый раз. Кошки бегают. Кошки вон там. Прикинь, вот так вот живут. Люди. В таком доме. Интересно. Дом номер 110. Хотя здесь всего он один. Туалет. В гости ты не хочешь? Детская площадка. Да. Круто. Еще какие-то уникальные конструкции, понятные, из чего и для чего сделаны. Так вот живут люди в 21 веке, сушат одежду. Заброшенная деревня с разбитыми окнами среди поля. Мы дошли до первой реки, до первого мостика. Река называется Инга. Сейчас там будет еще один мостик, он будет деревянный, наверное, я надеюсь. Из леса вышли, идем в деревню. Рыбу-то видно? Рыба прячется. Инга. Речка называется Инга. Да. Магазин. Церковь. Кладбище. Конечная как раз вот эта. Конечная маршрутка. 106. Выпил, ощурился. Все потребности удовлетворяются. Деревня Новая Семеновская. Маршрута. Вот посмотрели мы на церковь, зашли мы в магазин, вот он мостик, опять речка Инга. Хотел я этот мостик посмотреть, что за мостик, думал деревянный, а он уже такой прям современный. Хорошо, здесь тихо, спокойно, такая прикольная вообще деревня, здесь можно дачку иметь. Купаться в этой речке, конечно, беспонтово. Такие элементы конструкции. Да, я думал, он деревянный, он на спутнике, как будто он деревянный. Что с тобой? Мы выходим на берег Волги. Смотреть на Оршинский монастырь с этого берега. Никогда не видели. Всегда по тому берегу катались на велике. А сейчас решили посмотреть с этого берега.
бешеный. Люди вышли погулять по лесу, называется. Панорама Оршинского монастыря издалека. Кладоискатели. Да, Волга. В общем, мы, короче, приблизились к берегу. Максимально близкое расстояние. В том месте на нашем маршруте, где мы к Волге можем приблизиться. Встретили там снежного человека, следы босиком, который бегает. Оттаявший уже безо льда. Не видели мы ледоход. Вон Оршинский монастырь. Сейчас будет обед. Против борщевика! Против! О, сколько рыбаков! Обратите внимание, стайка. Мы сейчас перейдем вот здесь. Где? Вот прям тут. Да я не пойду. Тогда пойдем в обход. Пойдем, подойду, подойду, пойдем. Вот, видишь, смотри, сколько рыбаков. Вот он, великий затон Эммауса. 1 апреля. Все боятся идти по льду. Кроме нас с Илюшей. Это опасно, это можно делать только людям подготовленным, которые не боятся утонуть. Так вот никогда не делать. Так что все уже нахер растаяло. Я даже не знаю, где я на берег выйду. Вообще не представляю. По кустам проталины. Миш, ищи нам выход, а то мы не выйдем. Ты всегда можешь вернуться. Как плыть? Попробуем в целях безопасности приблизиться к берегу. Но это стрёмно. Такая вот классная гавань в Маусе. Хорошо здесь, наверное, летом отдыхать. На самом деле лучше к берегу не подходить, а идти как можно дальше. Потому что здесь толщина льда сантиметров 15-20, а около берега она очень тонкая.
Поэтому лучше подойти к тому берегу, который на юге. Там елочки. Там абсолютно безопасно. Можно выйти на берег. Усложняю задачу. Да. Это даже не смешно. Илюх, я не знаю, как ты здесь пойдешь. Но задача усложнена. В смысле? Ну вот так же, Воля, идите там, где тянешь. Пошли, да не боись. Понимаешь? Ты видел, сколько там народу? Ну, так что нормально все.